بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Эта книга имама Абдуллаха ибн Ахмада ибн Мухаммада ан-Насафия. Известная в мире книга, и все мусульмане используют его тафсир, известный как тафсир ан-Насафий. Разъяснение суры Тоха, 5 аята ар-Рахману аль-Арши става. Он говорит: والمذهب قول علي رضي الله عنه الاستواء غير مجهول والتكييف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Говорит, воистину то, что на чем мы, та школа, на чем мы, то есть имеется в виду истинные убеждения мусульман, это основываясь на слова имама Али رضي الله عنه. Какие у него слова, мы продолжим дальше, но то, что он объяснение говорит. Алистива – это сифат Аллаха, гойру маджхуль. То есть он известен, имеется в виду известно, так как оно в Коране пришло. Это сифат Аллаха. Вот такив – гойру маакуль. Но говорит, что каким образом, или что есть образ у этого сифата, как и каким образом, это говорит, разум не принимает. Это против разума. Такие вопросы по отношению к Аллаху абсурдны. وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. А верить в этот аят является ваджибом для нас. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ. А спрашивать, каким образом, как, почему, зачем, это является бид'а, это не из убеждений мусульман. لِأَنَّهُ تَعَالَى. Потому что Аллах Всевышний. كَانَ وَلَا مَكَانَ. Он был и не было места. فَهُوَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ. И он сейчас такой же, как и был, как до создания места и после создания места. «Лям я тагойр амма кан». Потому что он не меняется, как меняется созданный. То есть, каким он был вечно, таким он и будет есть всегда, вечно, без конца.